Всем привет! Девочки, сегодня мы с вами будем делать пухлые губы. Пухлые губы – это признак молодости, поэтому давайте позаботимся о них уже сейчас. Во-первых, красивые губы – это всегда расслабленные губы, без зажимов и напряженных уголков. Во-вторых, яркий цвет губ говорит о том, что им хватает питания. Приступим к нашим упражнениям. И первое упражнение называется «Лошадка». Казалось бы, очень простое упражнение, но не у всех оно получается с первого раза. А все потому, что круговая мышца рта находится в гипертонусе. Выполняется это упражнение так. Делаем это упражнение сколько угодно, как только заметили напряжение в губах. Затем лепим наши губы как пельмешки, прорабатывая каждый участок напряженной мышцы губ. Затем делаем упражнение «Лошадка». Теперь тренируем наши губы упражнением «Рамочка». Ставим наши пальчики, фиксируя круговую мышцу губ, и делаем поцелуйчик, выворачивая губы. Губы при этом должны быть абсолютно расслабленные. Не делаем так. Не напрягаем круговую мышцу губ, чтобы не образовывались кисетные морщины. Затем расслабляем наши губы упражнением «Лошадка» и переходим к массажу губ, чтобы усилить питание. Двумя пальчиками прощипываем кайму губ вокруг. И следующее упражнение, чтобы усилить кровообращение губ. Заворачиваем губы за зубы, фиксируем возможные складочки и затем выворачиваем губы, как бы прокатывая их через зубы. И делаем упражнение «Лошадка». Следующий прием для расслабления круговой мышцы губ и для того, чтобы вывернуть губы наружу, так как из-за напряжения они подворачиваются внутрь. Берем пробку, разрезаем ее напополам, вставляем ее между губ, перед зубами. Губы при этом абсолютно расслаблены. И находимся в этом положении от 3 минут до 15. Ну и, наконец, для того, чтобы наши губы были мягкие и блестящие, наносим кокосовое масло. Натуральное. Минеральное масло сушит губы. Девочки, эти приемы вы также можете выполнять против кисетных морщин. Более подробно о них я расскажу в следующем видео. Если вам было полезно это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе последних событий. Рекомендуйте друзьям. В комментариях пишите, что нового вы хотели бы увидеть на нашем канале.